Привет, друзьяшки-лбашки, меня зовут Лавинья, и сегодня я играю в игру Супер Биар. Сегодня я открою 10 кейсиков одежды и пройду испытание от 300 пиво. Ну что, погнали, открыть магазин. Ну что, первый ящик, открываю, смотрю, что в нем. Вау, какой милый мишка, однозначно за него лайк, мне он очень нравится, окейшки. Второй. Интересно, что же там будет? Белые глаза. Напоминает Херобрина из Майнкрафта. Кто знает, тот знает. Окей. Ну, третий кейсик. Ух ты, интересно, что там? Так. Ага, у нас уже были эти волосы. Оказывается, интересный факт. В Супер Биар бывают повторки. Окей, зато они мне 25 монет вернули. Открываю, и тут... Ой, тебя не кормили. Это типа у нас скелет, к нему еще есть тело. Окейушки. Дальше открываю. Ух ты, здесь зеленая Чика. Вау, как красная, она, наверное, тоже будет очень красивая. А здесь... Вау, шляпа Санты. Как круто, теперь можно будет на Новый год вот так вот красиво приодеться. Окей. Еще ящик открываю. Что же здесь? Ух ты, бух ты, здесь можно ходить без головы, я так понимаю. Кешка, я думаю, где предмет, что-то залагала. Открываю, ребятушки, и что же здесь? О, это медведь, ребята. На медведя наделали маску медведя. Круто. Следующее открываю, я надеюсь, что-то эпическое. О, ребята, вы посмотрите, большие уши. Прям на мышку похож. Следующий кейсик открываю, и тут... Ретро-биар, ретро-мишка такой вот прикольный, серенький. И интересненько, ну что, открываю еще вот этот, вот эта прическа, панк-хэйр. Ух ты, пух ты, окей. Думаю, это последний ящик, открываю, и тут борода. Мне вернули 25 монет, так как эта борода уже была. Окейшки, давайте вот этот открываю, чтобы не была повторка. Вау, это шоколадное тело на мишку, как это круто, ребятушки. Эх, так шоколада захотелось. Ладненько, кто любит шоколад, ставьте лайк, а сейчас пойдем к 300 пиво, вжить! Добро пожаловать в мою миссию охотника за яйцами. На этом уровне спрятано 3 яйца. Когда найдешь их все, принеси их мне. Удачи! Ну что, ребятушки, нам дается 5 минут, но это сейчас быстро. Так, в этом месте может быть яйцо. Вот, первое яйцо. Забрала, вон там может быть яйцо, ладненько. Да, тут его нету. Вот здесь где-то может быть яичко. Поищу его. Здесь тоже нет яйца. Вот, еще яйцо может быть... О, оно еще может быть здесь. Вот, второе яичко. Отлично. И тут еще может быть. Но здесь его не поставили. Еще бывает на деревьях. Так, надо поискать это яйцо. Ну ничего, сейчас найдем. Уже 2 яйца нашла. Это очень даже хорошо. Дальше прыг сюда. Где еще яйца могут быть? Мне кажется, где-то за этим зданием прячется яйцо. А нет, яйца нету. Ну ладно, дальше иду туда. Сто пудов все равно где-то на этой локации, так как мы на ней и ищем. Ну, в принципе, это логично. Дальше туда. Прыг. Давай, не падай, Лавинья. Еще раз прыг. Хорошо. Вот сюда иду. И что здесь? Здесь пусто, ничего нет. Как классно. Дальше, мне показалось, что там яйцо, а тут табличка. Ну ладно, жалко. Но ничего, в общем, у нас еще есть времечко, целых 3 минуты с чем-то. И можно хорошо еще поискать это яичко, где оно вообще может находиться. Мне кажется, оно находится где-то там, потому что я почти все осмотрела. Но, может быть, даже не очень внимательно. Поэтому сейчас, наверное, буду еще рассмотреть. И сейчас Лавинья свалилась. Но ничего страшного. С кем не бывает. Главное, что не больно. Дальше смотрю. Не-не-не, мне эту мини-игру сейчас не могу играть. Мне надо яйцо найти. Может быть... Ага, здесь закрыто. Я забыла, что тут закрыто. Спасибо, что напомнили. Тогда я пойду вот сюда наверх и посмотрю, что тут. Попрыгаю, понаблюдаю, где и как, что происходит. Я думаю, все-таки надо будет еще раз залезть наверх. Кстати, а вовнутрь зайти можно? Не, нельзя. Хорошо, что там яйца не прячут внутри. Все равно в них зайти нельзя. Вовнутрь. Дальше прыг сюда. На сюдышеньки иду.
И вот сюда по этим камушкам. Главное не свалиться, а то будет больно. Смотрю, что тут. Прыгаю наверх. И где это? А, вот, я нашла. Я когда вначале посмотрела, думала, а, оно не здесь. Я думала, оно в этом углу, оно здесь спрятано. Ну что, я тебя нашла. Мои 3 яичка на Пасху. Правда, еще не Пасха, но все равно, уже готовимся. А сейчас отдаем все тебе. Миссия пройдена, круто! Ну что, ребятушки, одежду купила, Пройти миссию прошла. Ставь лайкусик, подписывайся на канал, нажимай на колокольчик. Пока-пока, уи!